Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать рецепт приготовления капель для носа, при помощи которых можно вылечить насморк всего за один день. Нам понадобится небольшая луковица, немного кипяченой воды, чеснокодавилка и небольшая тарелка. Для начала очистим луковицу и разрежем ее на 4 части. Берем четвертинку луковицы, помещаем ее в чеснокодавилку и выдавливаем сок из лука. Аналогично поступаем со всеми остальными дольками. Разбавляем получившийся сок водой в соотношении 1 к 1. Процеживаем получившийся раствор через двойной слой бинта. Переливаем полученную жидкость в небольшую стеклянную емкость и получаем очень эффективные капли в нос. Встаем на четвереньки и закапываем по одной капле в каждую ноздрю. Они немного пощипывают, но зато потом очень легко дышится и насморк проходит всего за один день. Закапывать их нужно несколько раз в течение дня, а емкость с каплями закрыть крышкой и хранить в холодильнике. Многие закапывают капли в нос вот таким образом, в результате чего большая часть лекарства вытекает наружу и попадает в рот. Это очень неприятно и малоэффективно. Чтобы капли закапывать правильно, нужно встать на четвереньки и упереться головой в пол. Закапать капли в левую и правую ноздрю. Немножко постоять в такой позе, чтобы капли не вытекали сразу. При таком способе капли попадают в носовые пазухи, в которых как раз и скапливается наибольшее число вредоносных бактерий. Но существует еще один способ быстрого лечения насморка при помощи полоскания морской водой. Этот способ меня самого спасал не один раз. Для начала нужно сделать морскую воду. Для этого понадобится натуральная морская соль и стакан теплой кипяченой воды. Кладем в стакан чайную ложку морской соли и хорошо перемешиваем, чтобы соль полностью растворилась. Получаем стакан морской воды. Многие знают, что соль является хорошим антисептиком. Также она вытягивает гной и способствует очищению пазух носа. Я полощу нос очень простым способом. Беру стакан с теплой морской водой, подношу его к носу и втягиваю жидкость. Затем высмаркиваю жидкость наружу. При этом вместе с жидкостью из пазух носа выходит слизь. При таком способе воду нужно не вдыхать, а именно втягивать. Проделывать данную процедуру нужно при первых симптомах насморка и повторять каждый час в течение дня. Такой способ лечения очистит и продезинфицирует пазухи носа, что предотвратит дальнейшее развитие инфекции. Но если у вас уже запущенный насморк или, не дай бог, гайморит, то в этом случае нужно обязательно обратиться к врачу. Простой, но очень эффективный метод лечения больного горла. Для этого понадобится 6% яблочный уксус и стакан теплой кипяченой воды. Добавляем в стакан с водой чайную ложку яблочного уксуса. Хорошо перемешиваем. Получаем вот такой раствор для полоскания горла. Полощем горло таким раствором каждый час. По мере уменьшения боли в горле интервал полоскания можно увеличить до 2 часов. Для улучшения орошения миндалин, чтобы корень языка не мешал прохождению раствора, можно произносить звук «ы». Таким способом можно вылечить ангину всего за один день, так как яблочный уксус обладает отличными противовоспалительными свойствами. Важным условием правильного полоскания является время проведения процедуры. Как минимум 20 секунд необходимо на каждое полоскание, чтобы жидкость смогла тщательно промыть гортань. Будьте здоровы!